располагается? Проводится в парке, я сказал, на стоянка. Второй этап. Сложности в стране, они неминуемо сказываются на том, что сложности возникают и у нас. Но, тем не менее, выходим из положения, готовим. Все-таки и уровень призывников, которые приходят сейчас в войска, состояние здоровья, их общеобразовательный уровень оставляют желать лучше. Во главе со старшим водителем. Я, конечно, считаю, что вот те события, особенно проходящие в Югославии, конечно, это варварство. Эти бомбардировки, значит, которые практически проходят как полигонные учения для Соединенных Штатов, а гибнут люди. Я этого не понимаю. И цели, которые там преследуются, совершенно не ясны. Можно было их решать, конечно, другим способом, а не военным. Желание особого ехать, конечно, высказывают не все, но тем не менее есть уже военнослужащие, которые подходят, интересуются, как будет ли оказываться помощь, будем ли мы действовать там. Конечно, втягивать Россию в этот конфликт было бы нежелательно. Здесь себя чувствуешь увереннее, а там все-таки как-то пострашнее, потому что знаешь, что это все реально. Хорошо,